Еще одна чудовищная катастрофа. Значит, в 1987 году, 28 ноября, у острова Маврикий разбивается самолет. 159 человек погибает из 11 стран. Летел он с Тайваня. Значит, загорелся. Сильный пожар на борту. Долго, значит, общались. Потом эти ящики нашли черные, разбирались. Представьте себе, чтобы потушить пожар, пилоты открыли даже люк, чтобы пламя потушить. Но пламя разгорелось еще больше. И вот этот горящий самолет упал в Тихий океан. Если это Тихий океан, я вот сейчас не могу сказать, к сожалению. Маврикий остров. В общем, в океан он упал и разбился. Все погибли. Ужасная катастрофа была, разбирательство. Говорили, что якобы на этом самолете перевозилось особое взрывчатое вещество, легко воспламеняющееся. В общем, история темная. Вот. Но, тем не менее, светлая память всем погибшим. 159 человек – это ужасная цифра.